в очередной 10 серии, которую вы сможете посмотреть в четверг 2 декабря на канале НТВ, вы узнаете о том, как в отделение милиции приезжает прокурор области Васютин. Он обещает забрать дело Жеки и провести при этом тщательную проверку. Раиса рассказывает ему все, что знает, и отдает при этом гранату, оказавшуюся муляжом. После ухода Рая Васютин советует сдать ее в психушку. Ольга подкарауливает Жихарева и предлагает сделку в обмен на свободу Руслана. Она не расскажет Кожеурову, что видела его за рулем машины Капника. Менты поручают Бусыге устранить Ольгу, Бусыга присылает кузнеца. Жека успевает его опередить, убивает и спасает Ольгу. Вместо Жеки на встречу с Ирен идет Эдик. Горюнов с Жихаревым его убивает, думая, что перед ними Жека. Потом они убивают и Ирен. Борис Хасанов просит Сыча выяснить, кто убил его сына. Раису забирает в психлечебницу. Жихарев сам решает убить Ольгу, но у нее дома его встречает Жека и стреляет в ногу. Горюнов находит Ольгу и обманом выясняет, что Мурин прячется на складе.